Выплата на приобретение жилья для детей-сирот. Такая дополнительная мера поддержки уже несколько лет реализуется в Новосибирской области. Искитимский район выдавать сертификаты начал в этом году. 7 человек их уже получили. Буквально на днях еще 4 стали кандидатами в новоселы. Я хочу, чтобы у вас все в жизни складывалось хорошо, чтобы вы приобрели наконец свое жилье, жили комфортно, жили успешно, обзаводились семьями, ну и не забывали про свое государство, которое заботится о вас. Поздравляю, получаю, принимайте, ну и на хорошую, долгую, счастливую жизнь. Тем, кто выбрал сертификат, а не готовую квартиру, должно исполниться 23 года. Обязательно трудоустройство, отсутствие судимости и зависимостей. Жилье новосел приобретает сам и сразу оформляет в собственность. Можно добавить ипотеку, свои средства или материнский капитал. Сертификат решила, потому что хочу проживать в городе, потому что работаю, учусь там, и, соответственно, жилищный сертификат для меня намного выгодней приобрести, чтобы уже приобрести квартиру именно в Новосибирске. Нами им оказывается помощь и поддержка в подборе жилого помещения, консультации полностью по техническому состоянию жилого помещения. Первая партия была уже выдана, 70 сертификатов, опыт положительный. Уже есть люди, кто успели реализовать право, приобрели жилое помещение, являются новоселами.